Друзья, всем привет из города Омска, магазин «Лента». Здесь вот луковичные, смотрю, выставили. Есть нарциссы, 189 рублей. 4 штуки польские. Тут разные сорта. А вот такой, например, дабл Таити. Смотрите. Так, что еще есть? Есть тюльпаны. Тюльпанов много, кстати. За 200 рублей. 5 луковиц. Беленькие. Белые 109. Здесь 3 луковицы. Ой, какая красота. Ну-ка. Смотрите, 8 штук. Микс. 111 рублей. Видела еще красивые розовые. Смотрите, тоже миксы идут. 8 штук. За 200. Есть еще крокусы. 6 штук. Сейчас цену попробуем увидеть. 170 рублей. Так, а тут... Тут вот такие миксы крокусов. Сколько их? 3 штуки. Так, 3 штуки, 3 штуки. Нырять надо. 99 рублей. Белые за 150. 6 штук. Ой, тут какую-то красоту пропустила. Тут так неудобно вытаскивать. Смотрите, какие тюльпанчики. Ой, что это за сорт такой? Это точно? Это тюльпаны вообще? Да. Такой сорт интересный. 200 рублей. 8 штук. Так, вот теперь надо как-то аккуратненько это все. Ну, луковички хорошие там внутри. Аккуратно положить, чтобы не повредить их. Тут прям совсем нет пространства. Махровые. 5 штучек. За 200. Тут еще на входе, смотрю, есть. 99, 2 штуки. 122. 10 штук. 290. Вот такие красавцы. Луковицы такие большие. Показываю вам цены. Ой, какой противный скрип. Боже мой, все, у меня сейчас видео отразится. Ой, господи. Кошмар. Так, тюльпан Династия. 2 штуки. 129 рублей. Есть вот такой за 110. 3. 190. Ой, какой красотун. 3 штуки. Сколько сортов сейчас? Это вообще. Питер Делэр. 2 штуки за 100 рублей. Чесночок. Озимый. 5 штук. Смотрите, какие они огромные. 370 рублей получается. И лук севок 170 рублей. Это еще не все из лука, есть еще другой сорт. Это сорт сэншуй. Ну и семена тут совсем немножко всяких разных. Уже не буду каждый озвучивать. Вот так вот, я думаю, вам видно, что здесь есть. Смотрите, друзья, на цену. Рубль. 99 копеек. Хорошая цена. Но это распродажа уже. Заканчивается сезон. Все. Капуста, лук. Так, вот это Штутгардер Ризен. 130 рублей. 500 грамм. А вот это такое мудреное название. 230 рублей. Дичиуда Чикармен.
тоже 500 грамм. Это все, пожалуй, друзья. Ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на канал. Всем хорошего настроения и пока-пока.